Доброе утро, дорогие друзья! Сегодня уже 26 июня, и я решила включиться буквально на минуточку, чтобы рассказать вам новостей о котике в основном и немного о нашей стройке. Но сначала, конечно, о больном котике, потому что я знаю, что вы многие ждете новостей и надеетесь на выздоровление этого страдальца, поэтому я немножко вам расскажу хороших новостей об этом котике и потом расскажу немножко новостей о стройке. Вот что-то в глаз попало. Просыпаюсь с утра, не могу глаза продрать, не знаю, напишите, как у вас, как будто песку кто-то насыпал, и умывая, не умывая лицо, все равно как-то тяжело с утра с глазами. Итак, о котике. Сначала я очень хочу вас всех поблагодарить за вашу помощь материальную. Собрали очень хорошую сумму, я не буду ее называть. Скажу сразу, что этой суммы хватит на несколько, так скажем, котов, на несколько случаев помощи животным. И этому котику, конечно же, тоже. Но сумма довольно приличная, и у меня еще будет возможность, чтобы помочь другим котам и кошкам. Вы знаете мое неравнодушие к животным, и я знаю, что такая возможность обязательно будет. Поэтому я вас просто всех боготворю, всем большое спасибо, низкий вам поклон прям вот до земли за вашу доброту, за вашу сердечность и за ваше доброе сердце. Пусть Боженька вам даст всем здоровье и все то, что вы сами себе желаете. Добро всегда возвращается. Недаром же говорят китайцы, делай добро и бросай его в воду. Ну, а теперь давайте об этом котике. Значит, у этого котика нашлись хозяева. Это мои соседи. И, пожалуйста, не делайте сразу такие скоропалительные выводы. И я тоже была сначала на эмоциях и не знала всей этой истории. И думала, как же так. Пожалуйста, будьте вежливы в ваших комментариях, будьте сдержаны. Потому что меня сразу тоже одолевала буря эмоций. В этот день я не пошла просто к этим соседям, и очень хорошо, что я к ним не пошла, а на следующий день, когда уже чувства успокоились, и, в общем, Лешек сходил, все узнал, и я вам сейчас расскажу эту историю. Значит, после тех съемок, которые вы видели уже, я вам показывала этого котика, я увидела, что он пошел в определенный дом. И у меня сразу закралась мысль, а не тот ли этот кот, которого я знаю. Я знала, что у соседей живет котик британской, как это сказать, породы, да. И тут у меня все пазлы сложились. Я поняла, что я вижу того кота, но просто больного. В общем, я пришла, Лешику рассказала, и Лешик ходил, ну, у нас здесь есть скамейка под деревом, где собираются мужчины, и соседи тоже, те соседи смотрят меня, и, в общем, они подтвердили, что это кот вот этих людей, этих соседей. Вот, на следующий день Лешик пошел к этим соседям, и выяснилось, что этот кот заболел и ушел из дома. Через какое-то время он появился. Они, в общем, уже и не ждали, наверное, что он появится. Неделя, может быть, прошла. И увидели, вот, что он больной. Соседка сходила в ветклинику. Ой, в ветклинику, в ветаптеку. У нас еще в городе есть ветаптека, поскольку я вам уже говорила, что наш город это в основном частный сектор, люди держат скотину, свиней, коров и так далее. И в городе есть вот такая ветаптека, которая позиционируется на
препаратах там для вот такого рогатого скота. Она даже не знала, что в нашем городе есть прекрасная клиника с прекрасным врачом Надей. Вот, и в этой ветаптеке я вообще в шоке, если честно. Ей посоветовали искупать животное и намазать разодранные, в общем, раны зеленкой. И все пройдет. Ну и все, и соседка это сделала. Естественно, все это еще после купания усугубилось. Я представляю, каково было шикарно этим клещам ползать по распаренному телу, по более еще тонкой коже, да, после купания. И я так поняла, кот просто ушел из дома. Он пошел искать помощи. Но это же вообще в голове просто не укладывается, я вам уже рассказывала, насколько умное животное. Когда мы приехали уже из от Нади с лекарством, он нас ждал вот здесь во дворе, в клумбе сидел в цветах, представляете? Но это же как-то, у меня это не укладывается просто в голове. Как такое может быть? Животное почувствовало, что ему здесь окажут помощь. И вы мне, кстати, писали в ваших комментариях, что неспроста к вам пришел этот котик, он знал, что вы ему поможете. Наверное, это правда. И потом, вот когда он сидел там через дорогу, он никуда от меня не убегал и как будто знал, что я ему помогу. В общем, я очень рада, что у него есть хозяева, которые тоже о нем переживали и просто вот, не знали, что есть эта клиника, и по воле судьбы вот так вот поверили вот этой девушке или женщине из этой ветаптеки и делали, что она говорила. Естественно, это коту не помогало, а только усугубляло, и продолжалась вот эта запущенная болезнь, да. Вот, так что я рассказала, что, ну и вернее, уже, наверное, другие соседи сказали, что его укололи, котика забрали в дом, я попросила, чтобы его не выпускали, поскольку он ходит и заражает других котов. Вот, отнесла корм, вы, кстати, мне очень хорошо посоветовали вот этот хлоргексидин, и еще одни уколы мы купили, но после того, как я пообщалась с соседкой, она на следующий день тоже пошла к Наде, тоже за консультацией. А почему так получилось? Я пришла, уколола домексетизин или как-то. Ну, в общем, уколы от зуда. Вы простите, я неправильно уже не пойду за бумажкой. Бумажка у меня, инструкция осталась, а уколы я отдала соседке, ну, в этот же день, когда колола. И, в общем, после похода к Наде она отменила эти уколы, сказала, да, хлоргексидин – это хорошо, мажьте, ну, брызгайте, смазывайте, кот млеет. Мне соседка сказала, он, когда обрабатывают его этим хлоргексидином, он просто млеет, он так любит эту процедуру. В общем, она 3 раза в день его брызгает и хорошо втирает вот это в кожу кота. Вот. В общем, громаднейшее вам всем благодарю за вашу материальную помощь, за ваши подсказки, которые вы советовали вот насчет хлоргексидина. Пусть лекарство врач отменила, я бы проколола. Но все дело в том, что я невнимательно прочитала этот комментарий и уколола вот это от зуда ему в холку, а там нужно в мышцу. Боже мой! Я испугалась, опять побежала к соседке, говорю, не туда уколола. Я говорю, в мышцу уколоть не умею. Вот в холку еще уколю, а в мышцу я не умею колоть уколы. Я говорю, идите к Наде и спросите, что же, ну, что я наделала, не туда уколола уколы. Вот после этого соседка пошла, и Надя ей сказала, ничего страшного, что в холку, но эти уколы типа не нужны. Вот хлоргексидином брызгайте, колите вот это вот противоклещей на А как-то. Уже все повылетало у меня. Вот, и все. И нужно просто время, ждите.
Вот, так что завтра у нас укол в час дня. В общем, Надя тоже сказала, не через неделю, давайте, поскольку запущена форма, давайте через 5 дней схему изменим, не через неделю будем колоть, а 5 инъекций через каждые 5 дней. Вот завтра у нас вторая инъекция, но Алешек вчера заходил к ним домой, видел этого кота, у него уже вот здесь вот на макушечки головы стала вырастать новая шерсть, вот эта короста уже отпадает, то есть лекарство действенное. И вы мне там писали, что так это шумы, это мои кошки, что оно действительно действенное, и после второго укола вообще все будет хорошо. У меня прям отлегло, друзья, отлегло, что этот котик будет жить, оказывается, ему около 9 лет. Я думала, что он молодой, нет, ему около 9 лет. И это британец, на самом деле, это британская порода. И все будет хорошо. А те денежки, которые, конечно же, у меня есть, благодаря вам, поверьте, я их не потрачу на себя. Здесь будет еще у меня возможность, может быть, какую-то кошечку или кота я стерилизую, может быть, пристрою, может быть, накормлю. Этих случаев еще будет много. Так что все под контролем, не переживайте. Ваши средства найдут еще какое-то животное обязательно. Ну, а здесь получилось, что недорогое лечение, уколы сами мы будем колоть. В общем, посещение Нади и укол стоит 300 рублей. А так мы купили это лекарство, сами колем, и все будет хорошо. И я очень благодарю вас за ваши добрые сердца, за ваши истории, которые вы написали в комментариях. И я поняла, что мир держится на доброте, на любви и вот на таких людях, которые не боятся пройти мимо, не брезгуют, которые оказывают посильную помощь вот таким бездомным животным, и, может быть, не только животным. Вот, теперь по поводу той семьи, которая жила, теперь уже жила у нас в сарае. Мне как-то, я вам видео открыла дверь и показала, что вот корм стоит, туда-сё, но они действительно прятались, котята прятались, не всегда я их видела. Вот, и вы спросили, а где ваша семья, вот эта кошачья семья? И тут меня посетила мысль, что, а правда, я их не вижу. То есть я один раз зашла, второй раз зашла, и я никого не вижу. И я поняла, что кошка их перенесла. Друзья, я не знаю, как это назвать, но мне кажется, они понимают нашу речь. Так было с Марусей, когда она перетащила к нам своих котят, и они жили у нас. И пришла ко мне женщина, я у нее раньше покупала молоко, не буду называть даже ее имя, вот, и я попросила ее взять кошечку, вот эту кошечку, которая у нас осталась. Она мне пообещала, она зашла, ну покажи, зашла, и я вот разговаривала с ней, вот эта кошечка, она говорит, ну пусть, она тогда еще была маленькой, очень маленькая, еще мамку сосала, она говорит, ну пусть она немножко подрастет, немножко укрепится, и я заберу. Вот, и Маруся это слышала. На следующий день я увидела, как Маруся пытается перетащить своих котят обратно. Естественно, я не дала это сделать, потому что я знала, что их пристраивать никто не будет, уход за ними не будет. Я отобрала этих котят и стала закрывать веранду. То есть уже не было доступа у Маруси на улицу. Ну, то есть когда я ее выпускала, она ходила в туалет на улицу. Теперь все, я ей поставила лоток и дверь закрывалась. Потому что я понимала, что это моя забота кастрировать, пристроить, чтобы как можно меньше было этих бездомных котят, голодных, холодных и так далее.
А вот, потому что если бы она их унесла туда, никто бы их не кастрировал, никто бы их не кормил, и они бы все были у меня. Они бы подросли, и потом куда их девать? Если маленьких еще можно как-то пристроить, то уже подросших котов. Да, молодых, все, но их сложнее пристроить. Так вот, я возвращаюсь к этой истории. Мне кажется, эта кошка, когда я вам показывала, что я собираюсь ее тоже стерилизовать, вот эта рыжая, которая пришла с семьей, что я собираюсь и кота стерилизовать, и раздавать этих котят, пристраивать, она это все услышала и унесла котят. Унесла котят к Мише, это вот москвич, который строится у нас здесь. И его сейчас там нет. Она унесла в то место, где, ну, теперь она тут получила как бы питание, она прожила где-то недели две, а то и три с этими котятами. Надо по видео посмотреть. Наверное, две недели. Вот. И потом, услышав, что ее кастрируют, котят отберут, она их перетащила в более нелюдное место. Миши сейчас нет. Стройки такой грохота и мелькания людей нет. Она их перетащила туда. Я ношу сейчас под забор к Мише еду. Не знаю, едят они. Я видела, что там не только... Ее, кстати, не видела, эту кошку, а вот других котов видела, которые подходят и кушают. Ну, пусть кушают, как говорится. Так что я не знаю, радоваться этой ситуации или нет. Котята-то не пристроенные. Ну что вот сейчас с ними будет? Они просто вырастут и будут ходить бродячие. Будут ходить опять куда? Ко мне. Вот. Так что, может быть, еще придется стерилизовать и рыжулю. Только как ее отловить, как ее поймать? И вот этот дымарь, который я назвала, кот, который с ней. Соседи говорят, что это не ее сынок, это ее хахаль. Но я вообще поражаюсь, он ходит за ней, как вот за мамой. Это ее ухажер, у него проблемы с котом, но отловить я его не смогу. Он подходит, кушает, но вот чтобы его словить, я не могу, он не доверяет. И эта кошка рыжая то же самое. Она, да, она принимает, так скажем, помощь, но она не дается в руки, и вот видите... разнесла этих котов, вынесла их своих детенышей, в общем, в другое место. Так что вот такая ситуация у нас с кошачьими семьями и с этим котиком. Кстати, зовут его Тимоша, вот этого британца. Так что где-то налаживается, где-то возникают вопросы вот по поводу этих котят. Может быть, приедет Миша, увидит, и, может быть, ему предстоит будет теперь задача пристроить этих котят двоих, мальчика и девочку. Но девочка там вообще просто супер, вот эта трехцветная кошечка с белыми лапками, просто красавица. Так что вот такие новости у нас, друзья, с кошками. Ой, вот, отлегло у меня от души прям... вообще отлегло, особенно после разговора с соседями, когда я выяснила вообще всю эту ситуацию, что, ну, не знали, как лечить, даже не знали о существовании этой прекрасной нашей клиники. Я рада, что у кота есть дом, что о нем заботятся, мы его вылечим, и котик проживет еще много-много лет, я надеюсь. Так что вот, рассказала вам. Теперь давайте... покажу нашу стройку. Вчера мы закончили заливать нашу красавицу отмостку, цоколь, все с этим, все хорошо. Я уже вчера не снимала, друзья, вчера опять у нас был шашлык, мы немножко расслабились, громаднейшая работа проделана. Сегодня Лешек сидел, подбивал. Я говорю, давай посчитаем, чтобы я озвучила сумму, может быть, кому-то интересно. А сумму, конечно, на материалы, это без работы, друзья, работа была наших вот этих золотых ручек. Вот, значит, посчитали только на материалы 72 тысячи. Это без бетономешалки и виброплиты.
Это, значит, если бетономешалка и виброплита, то это там около 110 тысяч получается вот наши затраты на нашу красавицу-отмостку. Я не знаю, говорила я вам видео или нет, сделать-то мы ее сделали, но теперь в течение 10 дней ее нужно еще поливать водой обязательно, чтобы бетон набрал крепость, и укрывать, чтобы вот вы полили, а сейчас жарко, солнце, ее еще нужно чем-то укрыть, чтобы эта влага постепенно испарялась, чтобы как можно медленнее она уходила из бетона. Вот это мне предстоит, потому что скоро Лешек уезжает, отпуск закончился. Сегодня он там ставит поребрики еще в одном месте. Я вам покажу, расскажу, как и что и для чего. Вот, ну и покажу нашу красавицу отмостку. Душа теперь спокойна, что наш цоколь, наш фундамент утеплен, влага защищен. И мы справились с этой нелегкой, надо сказать, задачи. Так, ну все, вроде бы-то все рассказала. А теперь пройдем, покажу, расскажу о планах и покажу вам, включу видео момент. Я снимала, вы меня просили, как работает виброплита. Вот это я вам, может быть, в конце видео включу. Посмотрите, что это за штука, как без нее было бы тяжко. Так что Лешек пилит по ребрике, если вы слышите, может быть, какие-то звуки. Вот, все эти две вещи, и виброплита, и бетономешалка, они уже себя оправдали, и мы не жалеем, что мы потратились на них. Они нам еще, ох, как сильно пригодятся. Ну, давайте пройдем на улицу. У Лешика тут пыль столбом стоит, работает. Как это назвать? Забыла. Вы, вот выскочила же из головы. Что? Как эта штука называется? Вот это? Да. Углошлифовальная машинка, в простонародье болгарка. А, болгарка, да. Давайте пока уйдем от этого шума. Пока он там пилит, я потом вам расскажу, для чего и почему, что еще там продолжение банкета. Вот Лешек, эх, не увидим мы эту красавицу отмостку. Ну вот, вот так вот я вам покажу сейчас. Лешек уже укрыл ее, потому что это и солнечная сторона, и ну вообще укрывать надо. В общем, полили, укрыли. Здесь сегодня мне нужно еще будет заштукатурить цоколь. Вот. Все. Здравствуйте. Слава сидит. Вчера я уже здесь, вчера, позавчера, вот, перевожу щебень сюда, потому что время заканчивается. Может быть, придется мне еще это заявление о том, что у нас здесь стройка и лежит стройматериал на улице, придется продлевать. А может быть и нет. В общем, третью часть щебня мы использовали на отмостку. Вот это вот все мне предстоит перевести вот сюда вместе с песком. Вместе с песком. Шпулька! Шпуля! Вот так сейчас выглядит наш дом. Вот здесь тоже канализационная яма. Но это здесь вот вода. Видите, что творится? Вот это все взяли и залили просто песок и бетон без щебня. И все это опять нам переделывать, заливать бетоном. Иначе эта яма завалится. Вот будем открывать люк и смотреть, что там. И вот здесь тоже нужно будет переделывать. Вот. Вчера опять я собирала клубнику, и сегодня опять еще собирать.
вкуснейший пирог испекла. Сейчас я вам его зайду, покажу. Вчера здесь мы жарили опять шашлык. Мангал радует. А вот эти окошки в виде быка. Я только вчера это увидела. Ну, мангал же бык. Вот здесь вот бык. Вот он. И окошки бык. Смотри. Я скажу, почему ты его выбрала. Да. Ну, неосознанно, да. Это мой знак гороскопа. И вот так. Вот здесь мы оставляли кусочек мяса. Коты съели, а картошка осталась. Ой, клубника опять наспела. Опять наспела. У меня вчера уже завязался этот кабачок. Сейчас пройду, покажу. Ой, ну смотрите, сколько еще клубники. Сейчас пойду собирать. Обалдеть просто. Просто обалдеть. Наверное, на следующий год мало будет. Во-первых, тут надо порядок будет навести. Что-то прокопать, прорядить, чтобы она была. Вот. Вчера завязался кабачок. Я это увидела. А смотрите, вон он. Уже будет кабачок скоро свой. У нас прошел хороший ливень. Позавчера. Ой, а здесь огурчиков навязалось. Уже прям огурчики висят, смотрите. Видите, вон он огурчик. И в теплице много. И вот они. Вон они висят уже такие по 5 сантиметров. Сейчас туда-сюда уже надо будет закрывать огурцы. Вот, видите, здесь тоже все укрыто у нас. Здесь Лешек раскрыл. И что мы хотим здесь сделать? Я уже вам рассказывала. Вот там у нас, где стоит Лешек, проходит канализационная труба. И здесь так построили дом, пристройку имеется в виду. Вот эту пристройку, ванную, терраску и прихожую. В общем, я так поняла, или они не смогли сопряжение сделать, может быть, так пришлось, я не утверждаю, чтобы пол более-менее ровный был. Ну, хотя, не знаю я. Ну, короче, смысл в том, что вот эта труба при выемке грунта вот здесь остается открытой. И еще нужно вынимать грунт, чтобы выйти в уровень вот с этой отмосткой. Тогда еще получается, что нам нужно будет оголять трубу. А ее оголять нельзя, иначе она зимой, эта канализация, замерзнет. Поэтому... Что мы решили? И сейчас напомню о том, что у нас уклон идет. Ну, уклон тут видно, что уклон, кстати. В связи с этим мы и решили вот это. Да, здесь уклон обязательно должен быть у отмостки. Это обязательно. Поэтому. Но у нас уклон двухуровневый. Ну, это мы уже говорили, что да. Он идет и сюда, и вот так. То есть в двух наклонах идет этот уклон. Вот, поэтому, вот видите эти поребрики? Лешек сейчас их будет устанавливать вот на эти поребрики. То есть, как бы второй этаж получается, что будет. Леш, а тебе придется в уровень выводить. Тут не просто поставить, а, понимаешь, чтоб уровень был. В уровень вот так вот? Не-не-не, в уровень, да, вот. Нет, так. Так у тебя наклон сюда должен быть тоже. А, нет, а зачем здесь нам наклон? Наклон. Это же площадка нет, будет. На площадке тоже. Чтобы, ну, не как, такой же большой. Когда дождь, ну, естественно, не такой, будем смотреть. Но когда дождь, чтобы вода на плитке у тебя не застаивалась. А ну, здесь не минимальный должен быть. Понимаешь? Поэтому просто поставить, наверное, здесь не получится. А придется вот здесь поднимать вверх, вот здесь, вот в этом месте, понимаешь? Я-то понимаю, что ты... Вот, так вот, мы решили вот эти поребрики установить на вот этот поребрик от отмостки. И вот здесь вот залить площадку, ну как залить, засыпать, залить под плитку. Здесь же будет зона отдыха.
И плитка будет и здесь, и вот туда идти, между сараем и пристройкой. Вот. Вот. Ну, а здесь получится некрасиво в том плане, что отмостка будет сама по себе, а потом площадка выше. Но уже есть мысли, как это задекорировать. Можно на отмостку сделать какие-то... Ну, придумаем. Поставить большие вазоны, ящики с цветами, которые будут стоять прямо. Естественно, там ножки нужно будет делать... так скажем, неровные, чтобы это все красиво смотрелось. Либо, может быть, у меня еще возникает вопрос, здесь же водоотливы будут, то есть лить на голову не будет с крыши. Может быть, соорудим здесь какой-то мягкий диван возле этой стены. Тоже, ну, будет он прямо, то есть отмостка вот по, как отмостка, но сам диван будет смотреться прямо. И потом вот эта вот площадка. Ну, идеи есть. По-другому просто, друзья, никак. Это все связано вот с той канализационной трубой, которую невозможно открыть. А если все делать в уровень с отмосткой, то это, представьте, вот какой еще слой земли нужно снять. Причем по всему, по всей вот этой плоскости. И до сарая, и дальше. То есть углубиться еще ниже. Вы же помните, что дом здесь был просто зарыт, зарыт землей. А вот линия по пристройке прочерчена маркером. Ну да, 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 вот черная линия. Да, это вот вообще, в принципе... Это вот как раз тот правильный уровень. Вы можете представить, он даже закроет нам вот этот продых или отдушину, как вы мне пишете, что у вас отдушина это называется. Ну, неважно, как она называется. То есть, если вот по вот этому уровню делать, то это пол цоколя будет закрыто бетоном и так далее. Ну, нам самое главное, чтобы с домом было все хорошо, а красоту мы уже потом придумаем, как это все обыграть. Да, чего-чего, Елена Ивановна в этом специалист. Да. Ее хлебом не корми, дай попридумывать. Леша потом тут репу тешит. О, смотри, с тобой поговорила. Вчера смотрела, не было. Вот еще один. Этот. Стрела на... О, еще одну. Вот вчера смотрела, не могла найти. Думала, все порвала. А вот не все. Вон еще. Вот. Так, ладно. Пойдемте, покажу вам и расскажу, какой коктейль я вчера из клубники. Это просто обалденно. Обалденно. Да посмотри, вы откуда повылезали? Я же все просматривала, вас не видела. И какой пирог. Вот. Так что вот рассказала. Теперь сарай мы здесь закрыли, подперли, чтобы больше нам здесь не приводили потомство. Ну, а с тем потомством будем решать. Приедет Миша, увидит у себя сюрприз. И надо будет этих котят все равно пристраивать. Так, ладно, сейчас пока отключусь. Вот такой вот вкуснейший коктейль. Это просто, я не знаю... Очень вкусно, друзья. Значит, что здесь? Полкило клубники. Ну, я сыплю сейчас на глаз. Один бананчик. Две ложки сахара столовые. Все это взбить блендером погружным. Добавила грамм 200 мороженого. Вчера Леша купил в Пятерке такое мороженое. Красная цена. Знаете, такой батончик, пломбир прям в целлофане. Большой. И все это взбить еще раз и добавить молоко по вкусу. Ну, здесь грамм, ну, наверное, пол-литра молока. Вот не хватает листика мяты. Хочу посадить. Друзья, это просто вкуснейшее. Сейчас вот. Обалденная. Обалденная штука.
готовится быстро. Сейчас вот как раз сезон клубники, его можно готовить и из замороженной клубники. Вот зимой я наморозила. Пожалуйста, и зимой вот такую красоту можно приготовить. А здесь у меня тоже клубничный пирог. Вот столько мы уже слопали. Обалденный. Ссылку на этот пирог я оставлю под этим видео. Приготовьте, не пожалеете. Это вкуснота неописуемая. А здесь у нас лежит скалолазка. Видите вот эти вот картины? Почему-то они сейчас у нас на диване. Вот эта скалолазка лазит по этой плиточке, как по лестнице. Ей нужно добраться вот в ту корзинку. Вот здесь вот висели эти картины. И Леша говорит, я уже боюсь заходить в дом. Зашли в дом. Одна картина валяется вся расколотая на полу. Я думала, что вот здесь вот пластик. А это стекло, представляете? Как оно не разбилось, не знаю. Вся эта солома по полу. Картина в двух местах раскололась. Я потом ее склеивала, собирала. И подстригла этой красавице ногти. Когти. Вы думаете, это помогло? Нет. Она лазит по плиточке, как по дороге, как по скале, как по дереву. Вот. Так что пока надо убрать эти картины. Пока она повзрослеет, перестанет этой дурью мается. Вот такая наша шпулиндра. Крыска у нее рядом лежит. Игрушка ее. Игралась, да? Шпуля, шпуля. Ладно, друзья. На этой ноте я буду заканчивать сегодняшнее видео. Еще раз всех благодарю за материальную поддержку. В спасении животных, в содержании животных. Я вам всем очень-очень благодарна. Я вас всех обнимаю. Всех люблю. И до новых встреч! С вами была Елена Ситникова. Пока-пока!
девушек сейчас заканчивает работу, включил на холостые. Она обязательно должна проработать, то есть не сразу ее выключать, чтобы она несколько минут или минуту хотя бы поработала на холостых оборотах. Расскажи о впечатлениях, значит, Алексей Дмитриевич. Замечательно. Сейчас немножечко сухим песочком пройдем. Буквально чуть-чуть. Ну, мы же еще слой будем засыпать будем, песка, ну, да? Вот сейчас мне надо еще. А, сильно каша, да? Ну, ты же меня не послушал. Там... А что толку? Ты тем то же самое нет, будет. Нет, там распылитель очень хороший. Распылитель не так... хороший, только там еще больше волна вот эта была. Лен, ну я же ну, делал. Ну, ладно, я не спорю с тобой. Я же знаю. Я не спорю. Лен, я же знаю. Угу. Сейчас немножко просыпем сухим нужно песком. Было, подождать немножко, чтобы впиталось. Угу. И, ну, пусть давай подождем, пошли попьем кофейку, и оно впитается. Нет, ну мне сейчас вот надо засыпать кое-чего тут. Быстренько. Пойдем пить кофеек. Угу. Короче, друзья, эта вещь себя оправдывает. Конечно. Много делать только, но у нас впереди... Да, если у вас впереди какие-то дорожки, отмостки, ну, тогда ее стоит купить. Если, конечно, там ради одной какой-то маленькой дорожки, то можно и вручную все это дело утрамбовать. Но, как вы понимаете, у нас очень много работы. У нас еще здесь во дворе укладка плитки. Что? Подожди секундочку, я скажу кое-что. Мы покупали вот этот аппарат немножко для других целей. У нас по плану было делать плитку, мастить плитку. Да. Вот, там большое количество щебенки, большое количество песка, которое должно быть утрамбовано. Угу. Вот я покупал эту. Ну, так получилось, что отмостка была важнее, и в первую очередь мы... Дальше у нас это будет... Да, она все равно себя оправдывает, оправдает. Она уже себя оправдала, друзья. Сосед идет. Здрасте. Так, ну ладно, пока там разговоры, я вам сейчас пройду, покажу, что там у нас получилось. Увидела я, что котята едят уже вовсю. Сухой корм. Попрятались. Нету. С утра выходили. Так. Вот вы видите, сейчас мы все укрыли рубероидом. Но отмостка уже готова. Вот такая красота. Потом покажу вам, как это выглядит без рубероида. Ну вот, по правильной технологии уже Лешек здесь железнил, то есть затирал. Видите, он цвет какой отмостки, практически прямо аж чуть ли не синий, темно-темно-серый. Это здесь выполнен этап железнения, о котором я вам говорила. Просыпается через сито цемент и затирается теркой. Потом поливается все это дело. Вот. И укрывается, чтобы испарение, чтобы влага уходила медленно из отмостки. У нас был дождик, да и вообще, когда мы поливаем отмостку из лейки, здесь очень правильный наклон. Вся вода уходит от дома. Поэтому я спокойно, что
и наклон правильный, и отмостка капитальная, и утепление цоколя. Потом я еще раз оштукатурю цоколь надо. Там, вижу, даже сетка торчит.